Здравствуйте, друзья. Такое вот наблюдение. Каждый раз, когда я кого-то показываю, обычно это студенты наши. Или просто ко мне кто-то в офис забредет, я показываю. И там какой-то разговор, и какие-то комментарии. И практически всегда кто-нибудь скажет: вот на самый главный вопрос не ответили, как он попал в США. Или будет на один этот вопрос, на самый главный не ответили, будет, может быть, 3 или 4, а как он попал в США? То есть не утверждая, что это вопрос главный, но все-таки, а как он попал в США? А как она попала в США? А как? И, знаете, есть такой анекдот, как мужик заглядывает в автобус и говорит: шеф, до вокзала довезешь? Тот говорит: нет. И тут другой мужик его отталкивает и говорит: а меня? То есть вот это ощущение какого-то волшебного пути, знаете, вот сейчас вот увидишь, вот как вот этот в Америку попал, и это будет неизвестный путь, да, должен же быть какой-то неизвестный, вот такой неизвестный, чтобы вот для меня, вот если бы я знал, вот как вот этот попал, вот этот, и может быть там что-то есть такое, я тоже так же, вот как он, да, нету, к сожалению. А может, к счастью, я не знаю, но во всяком случае есть некая реальность. Вот реальность состоит в том, что есть какое-то количество там программ, есть какое-то количество там виз на разные случаи жизни, и есть рынок труда, который закрыт для иностранцев, за исключением какой-то вот там исключительной ситуации, типа вышла замуж там за гражданина США, пожалуйста, приезжай, грин-карта, работай и живи. Там специалист иностранный, там приезжай, получай разрешение временное, потом получишь разрешение там более постоянное, потом туда-сюда, работай и живи. Ну и так далее. Поэтому еще что-то есть, конечно, мы знаем, там по бизнесу, там, может, еще добавить какой-нибудь стартап-визу, вроде там договаривались. Разные есть. Но сама мысль о том, что вот можно увидеть человека на экране там где-то и сказать: о! Вот, а этот как попал? И это вот самый главный вопрос. Если это для тебя самый главный вопрос, то я, честно сказать, даже не знаю, попадешь ли ты когда-нибудь сюда. Если этот вопрос для тебя самый главный. Потому что этот вопрос яйца выеденного не стоит между нами. Так что, потому что все известно. Это не то, что вот нужно там искать какого-то человека, который, глядишь, как-то так попал, что неизвестно, как попал, и вот я сейчас узнаю и буду знать секрет какой-то. Нет секрета, все открыто, как вот я не знаю что. Нет носителя секрета. Поэтому хочешь попасть — попади, изучи вопрос, посмотри, чего есть, из того, что есть, выбери что-то для себя. Я вот могу сказать, по моим наблюдениям, все, кто сильно хотел, все попали. Нашлось как. Так что индикатор такой: если вопрос, как попал, вас сильно интересует, то вы очень и очень далеко находитесь пока от того, чтобы как-то попасть. Вот. Но good news, что называется, да? Хорошая новость. Все открыто, все написано. Там есть форумы, есть каналы там на YouTube. Пошел, посмотрел, послушал. И все. Нормально. Главное, денег никому не плати за помощь в этом деле. Вот так вот там. Особенно с YouTube, если там кто-то тебе сейчас. Вот, и вперед, и будешь молодцом. Разбирайся. Дорогу осилит идущий. И чем сложнее дорога, тем меньше идущих ее осилит. Что создает дополнительные возможности для тех, кто в состоянии дорогу осилить. Так что я считаю, что это, в общем-то, процесс такой здоровый в целом. Очень здоровый процесс. Счастливо!